«Синий трактор» представляет! Больной грузовик. Грузовик, привет! Что случилось? Тебя кто-то обидел? У него двигатель чихает! Это я сам чихаю! То есть кашляю! Ты простудился? Да откуда я знаю? Раньше со мной такого никогда не было. Ну да, точно, заболел. Как это тебя угораздило заболеть летом в жару? Мы строили площадку около магазина. Я возил песок. А, и песок попал в твой двигатель? В радиатор? Да не знаю. В общем, мне за хорошую работу дали целую коробку мороженого, чтобы я сам поел и друзей угостил. Ух ты, а мы как раз твои друзья. И где мороженое? А, ну как? Приехал я на площадку, а вас никого еще нет. Мороженое на жаре стало быстро таять, и мне пришлось его самому съесть. А, теперь понятно. Конечно, если съесть одному целую коробку мороженого, можно и простыть. Когда простывают, поднимается температура. Да, и температуру сбивают влажным полотенцем. Кладут его на голову. Полотенца у меня нет, зато есть вода. Сейчас попробуем твою температуру водой сбить. Ой! Ну как? Получилось? По-моему, ему стало еще хуже. Соплей стало еще больше. Смотри! Кажется, нужны лекарства. О, у меня в гараже как раз есть таблетка. Я сейчас вернусь. А ничего не чувствую. О, ничего себе таблетка. А она от чего? Что значит от чего? Какая разница? А какая? А как какая? А вдруг она от живота? А у меня живот совсем не болит. Да, грузовик прав. Что же нам делать? Если мы не знаем, как лечить, надо найти того, кто знает. Малыш, помогай. Кого нужно звать, если кто-то заболел? Пожарную машину? Полицейскую машину или скорую помощь? Да, правильно, скорую помощь. Я мигом. Уже еду. Так, где больной? Что болит? На что жалуетесь? Грузовик съел целую коробку мороженого и простыл. Ага, понятно. Откройте рот. Закройте рот. Скажите «а». Я не фафу. У меня градусник во рту. Что? Градусник во рту? Так, тогда градусник надо поставить под мышку. Скажите «а». Закройте рот. Давайте градусник. Все понятно. Что понятно? Грузовик съел целую коробку мороженого и простыл. Ну, это мы и так знали. Будем лечить. Ну, этого мы и хотели. Что? Уколы? Догнать больного. Я боюсь!
Я боюсь уколов. Ой, только не это. О, смотри, каток по небу летит. Где? А? Не вижу. Вот и все, готово. А ты боялся. Я даже не заметил. Теперь езжай в теплый гараж, укройся одеялом и выпей что-нибудь теплое. И через 2-3 дня будешь здоров. Ага. Спасибо, скорая помощь. Спасибо. Спасибо. Поехали, грузовик, в гараж. Будем тебя укутывать и поить теплым морсом. Ну, пока. Мы поехали лечить грузовика. Ты тоже не болей и не ешь сразу много мороженого. Хотя это непросто. Подождите меня!